У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, ребята! Сегодня снова с вами я, Ирина Туманова, и моя авторская программа «Добрый дом». Сегодня будет весело, жарко и вкусно. Мы будем варить суп. Но, собственно, суп варить буду не я, а Яна и Вероника Рожковские. И прозвучит песенка «Косточка» из моей книги «Раз, два, три, песенки». Да, собственно, я стою на месте, где разворачивались события. Вот они, наши сковородки. Вот у нас кастрюли, холодильник. А, собственно, что я рассказываю? Давайте с вами посмотрим, как все происходило в тот момент. Малышка готовит суп. Сейчас придет с работы папа, и все сядут за стол. Да, ребята? Кстати, а какие у вас в семье традиции? Какие блюда любимые? Какие супы, каши вы готовите? Пожалуйста, напишите мне об этом и присылайте свои ответы на электронную почту. В нашем видеоклипе снималась моя любимая собака Масечка. Она себя вела как настоящая актриса. Она одевала ботинки, она гуляла на улице с девочками, она танцевала на задних лапках. Ну, собственно, что я вам рассказываю? Масик, 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 иди сюда скорее. Вкусняшка, скорее, 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 бегом, бегом, бегом. Ну вот, иди скорее, скорее, на, моя красавица. Вот, пожалуйста, она всегда со мной. Мы вместе путешествуем, мы вместе снимаем песенки и передачу «Добрый дом» для вас, мои дорогие ребята. Ребята, кстати, кто-то из вас, может быть, нарисует портрет любимой моей собаки Масечки. Мне будет очень приятно. Мы с Масечкой будем ждать. Присылайте свои рисунки на электронную почту. Да, мне очень нравится эта песенка про косточку. Хочется танцевать, петь, гулять. О, мы сейчас с Масечкой пойдем погуляем. Пока, до следующих встреч! У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.